Добро пожаловать на канал Hardware Set Info. Передо мной находится устройство Motorola Moto G82, и сейчас я покажу вам, как ставить сим-карту и карту памяти в данное устройство. Итак, для этого нам понадобится симка, карта памяти, если у вас она есть, у меня ее нет, и также какой-нибудь ключик или скрепка, или иголка, или сережка, в общем, что-нибудь. Итак, снимаем чехол. После чего мы видим, что здесь с левой стороны у нас есть место для карты памяти, для сим-карты. Берем нашу ключик, скрепку, иголку или сережку или так далее. И вставляем в данное отверстие. Немножечко придавливаем. Эта штучка вылезает. Достаем ее. И видим, что здесь у нас есть место для сим-карты и для карты памяти. Я вставляю сюда сим-карту и вставляю ее в устройство. После чего наш телефон начнет искать сеть, и если все вставлено правильно, он ее найдет, у нас уже нашел. И, в принципе, на этом мы можем заканчивать. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.